Финал конкурса «Красоты Душа Подмосковья-2019» состоялся 22 ноября в Одинцовском волейбольном комплексе. Конкурсантки – девушки с ограниченными возможностями здоровья, передвигающиеся на колясках. По итогам отборочных туров в финал вышли 10 участниц. Звания второй и первой вице-мисс достались участницам Дарье Маюк и Дарье Бабий. Титул «Мисс Душа Подмосковья-2019» завоевала Вера Белякова из Раменского.